Всем добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем портале, и сегодня мы с вами поговорим о интернете. Итак, наша сегодняшняя тема называется «Польза и вред интернета для человека». С тех пор, как сеть стала глобальной, не утихают споры о пользе и вреде интернета. Всего каких-то 10 лет назад наша жизнь в корне отличалась от сегодняшней реальности, когда потребность в информации удовлетворяется проще, чем когда-либо прежде. В самом деле, что больше от интернета, пользы или вреда? Давайте сегодня разберемся. Всемирная паутина, как называют интернет, является бесспорно самым большим достижением технической мысли и оказывает существенное влияние на развитие общества. Как и любое благо цивилизации, глобальная сеть отличается преимуществами и недостатками, и чего от нее больше, каждый пользователь определяет для себя сам. В чем преимущество интернета? Главное преимущество этого ресурса в его глобальности и доступности информации в интернете для большинства человечества. Вы обращали внимание, что сегодня практически у каждого есть под рукой хотя бы один, а то и два гаджета? По мнению социологов, россияне, например, проводят в интернете не менее 3 часов ежедневно. Еще одно преимущество интернета в том, что с его помощью расстояние между людьми на планете сегодня резко сократилось. Общение со всем миром стало обыденным и легким, а доступность к информации простой и быстрой. Благодаря глобальной сети нынче на поиск нужной информации, на проведение финансовых, технологических и общественных операций затрачивается намного меньше времени. Сегодня каждый может написать и опубликовать в сети статью на любую тему, и у него найдутся читатели и поклонники. Мы не говорим о социальных сетях с целым ворохом друзей. Однако здесь появляется извечный человеческий фактор. В разрешении длительного спора о том, какой вред наносит интернет, главным выступает вопрос: как использовать интернет с пользой? Ни для кого не секрет, что масштабы зависимости от интернета давно переросли в глобальную проблему. Специалисты Российского фонда «Общественное мнение» в 100 населенных пунктах в России провели анкетирование. Их интересовало распространение психологической зависимости от интернета среди россиян. Выяснилось, что глобальной сетью пользуются 50% опрошенных граждан с различной частотой. 37% из них пользуются сетью каждый день. Остальные 63% делают это гораздо реже, от раза в месяц и чаще. Среди молодых респондентов большой процент сетевых наркоманов – это 40%. Это, как считают противники роста популярности всемирной паутины, и есть ответ на вопрос, в чем вред интернета. Так в чем же вред интернета? Повторимся. В том, что все больше людей вместо живого общения и активного отдыха предпочитают проводить много времени за компьютером. Раньше дети и взрослые больше бывали на свежем воздухе, проводили время с семьей. Теперь же практически каждый, приходя домой, сразу же заходит в сеть и погружается в виртуальный мир. А многие не покидают его и на работе. Злоупотребления неотвратимо ведут к возникновению психологической зависимости от интернета, что негативно сказывается на нас и на наших потомках. Вывод. Спорить о плюсах и минусах глобальной сети – то же самое, что вести дебаты о вреде и пользе огня. Ни у кого не возникает сомнений в полезности огня, но им можно и обжечься, не говоря уже об опасности сжечь дом. Как использовать интернет с пользой, не переступая черту? Каждый сам решает для себя эту дилемму. Мы же склоняемся к тому, что от всемирной паутины больше пользы, чем вреда. Например, где еще, кроме глобальной сети, можно найти полезную статью о том, как зарабатывать на своем хобби? Согласитесь? На этом все. Мы прощаемся с вами. Желаем вам хорошего настроения, хорошего здоровья и, самое главное, будьте
счастливы. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылку.